Приветствую вас, и если человек пошло шутит, это говорит о трех моментах. Первое, это значит, что у человека есть озабоченность в плане секса. Так или иначе, тема секса его беспокоит и волнует. Второе, если человек после шутит, это означает, что за его пошлостью, за его вот этой вот вульгарностью скрывается что-то другое. Второе дно, более серьезный, более печальный, более грустный, более нежный, более ранимый человек. И третье, это просто говорит о его воспитании такого характера. И он, когда после шутит, не имеет в виду ничего плохого, ничего дурного, ничего аморального. Просто так он выражает свои мысли. То есть, в первом случае пошлость есть выражение собственных желаний и потребностей человека. Во втором случае это способ защиты, как иногда используется смех для защиты. Третье – это просто способ, манера общения, привитая воспитанием, привитая жизнью и так далее. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.